эльфов, и тролли вообще ничего не делают эльфам. Ой, блядь, как приятно. О, максимально приятно. Меня игнорят? А чё ты спросил? Будут ли скоро бусты и покупать аккаунты с... Да, блять, кому это нахуй надо? Нет, конечно. Ну, пока этого не будет. Здорово, здорово. Бля, налетела работяг, я понял. Пешка там у нас есть. Пешка 6, слон 3, самый большой. Пешка 6, самый маленький. И один чел тоже калибруется. Так, это надо брать. Когда дойдет до найтов, до кнайт 6, позови меня. Возможно, не дойдет, братан. Мне кажется, мне с калибровки больше могут дать. Без обид. Тинкера не буду лочить. Не вижу смысла ради тинкера лочить коробочку. Хотя, в этом есть... Не то, что я не вижу смысла, в этом есть какой-то смысл, но мне кажется, ну нахуй. И так полукоробочка есть, в принципе. Ради одного тинкера что-то не хочется. Хотя бы БХ бы еще задумался. Не 8 макс. Что ты написал? Бля. Короче, я продам, если что, БХ и куплю Тимбера. Что-то я поторопился. А, стоп, ну мне же все равно придется это делать. Все же крипы. Что-то у меня столько мехов, что уже как будто ПВП сейчас будет. Подумал. Мне после калибровки давали слона какого-то точно на прошлом аккаунте. Мы на стриме это делали. И мы это делали тоже в пабе. Мне дали слона какого-то. Нужно... Ну, посмотрим. Если выиграю все игры, хотя бы там топ-3 все будут. Посмотрим, сколько будет, какой ранг. Абадона можно взять с антимагом. На минус армор, мало ли, зайдет. Кстати, итемы уже хорошие. Два итема хороших. Ну, ладно, не два, один вот этот хороший очень. Очень хороший. Это вторая катка. Вторая, ребят. Блин, чуть не блеванула, если честно, с прошлой игры. Вот серьезно. С этим пингом играть. Как же приятно с пингом 40 играть. Прям вообще максимально. Какой-то расик непонятный. Обидно, что он меня убить может. Реально обидно. Растик отъебал. Из-за того, что тут ЦК, а у меня мехи, а там Растик, который хиксует. Я вообще никак это не дефаю. Ребят, да на самом деле не особо важно, что дадут. Хоть коня там какого-то, хоть что. Просто будем выигрывать и все. И быстро апнем ранг, я думаю. Можно на самом деле запать левел просто. Хотя, возможно, мне надо пересмотреть свое отношение к началу игры. Потому что тут... Я уверен, что многие будут улынить. Просто всю голду сливать. Возможно, иногда стоит инкамить. Сейчас я мог себе сделать 10 голды уже на пятом раунде. И у меня не так уж плохо. Меня типа пробили бы, меня и так пробьют. Хотя если не пробьют, то норм. Не, пробьют. БХ не отпустят. Два юнита апнутых просто.
плане ДФСа. Еще и под огром БХ запаном ебет. Там кого-то пробил еле-еле. Пешку душу. Блять, только пешку и могу. Ну сорян, парни. Остальные что-то задры. Задров кинуло. Говно нападало. Падало говно, к сожалению. Что-то запать. Не за дефу это. Пиздец душат. Парни, дайте поиграть. Из-за ЦК не дефу его. Вот этого чела я не дефу из-за ЦК. Первого левела просто. Приходит и ебет меня. Ладно, хотя бы двоих можно убить. Спасибо. Скат душит в соляного. Может, на стриках поиграть тогда? На лут-стриках? Меня что-то три раза убили подряд. Причем я пробиваю каждый ход. Посмотрите на эту хуйню, я опять пробил. Может, коробочку убрать? Хотя стоит ли это того? Я не знаю, просто добавлю AOE дэмэджа, чтобы кого-то дефать. А, он меня убил, я его убил. Понял. Охуеть, что это ко мне пришло? Чемпионы. Чемпионы здесь, на месте. Ладно, на самом деле я не особо против. Потому что у меня уже стрик 2 сейчас будет. Возможно, я даже не буду делать коробочку, я сейчас наоборот подсолюсь немного. Два разора. Два морфа. Если запается разор морф, будет очень сильно. Оставлю так, это не сильно. Просто... Я, скорее всего, АОЕ убью каких-то слабых юнитов, и на этом все. Как-то так будет. Блядь, я могу дефнуть это, на самом деле. Хотя не должен. Там волки еще будут. Нормально. Волка убью. Хорошо, вообще идеально. Чё, и волка отпиздил. Идеально. У меня, кстати, 5 юнитов по 2. Вторую игру подряд. Чё-то вообще не везет с апами. Продолжает это делать. Игра со мной. Так, если сейчас выиграю, продам БХ, если проиграю... Ой, наоборот, в смысле, ну вы поняли. Если выиграю, то просто 10 голды будет. Если проебу, продам БХ. Можно, кстати, это разору дать. Эту штуку. Но тут я не выиграю. К сожалению, 4 юнита апнутых. При моем одном. Пенечка мне засамонил. Блять,
Еще пенечка мне саманул. Сейчас левел апну на лишнюю голду. О. Десятая волна. Или что, я не могу никак инкам ассист сделать, правильно? Вроде не особо. Я боюсь, что я этим могу даже не дефнуть, если честно. Очень надеюсь на деф. Чат лучше не читай. Не читай. Да, я сегодня буду королеву брать на этом аккаунте. Бля, антимаг там прыгнул куда-то не туда. Вроде нормально пока идет. Двух убью. Блять, пожалуйста, тушите. Сейчас прыгать начнут, мрази. Сука! Ну что это? У него даже не видно хп просто. Бля, у него даже хп не видно было, это пиздец. Щиток в итоге усач оказался. Ну ладно, ничего страшного. Чё-то вторую игру я играю на каких-то морфах. На самом деле это не от хорошей жизни, я вам так скажу. Морф сильный очень. Тут спора нет. Я задефал, да? Топ-1 задефал. Почти. Ладно. Это лучше то, что я не задефал. Потому что у меня уже 3 стрик. То, что я получаю по 4 хп, это лучше для меня же. И вообще я... Хотя я не уверен, нужно ли мне то, что о чем я думал. Я сейчас собью просто стрик. Я очень скоро собью себе стрик. Дядя голды я нигде не возьму. Ладно, пусть пак будет. Очень скоро стрик собьется. Пока сидим, конечно, но когда стрик собьется, то я, скорее всего, левел апну. Если он сейчас собьется, то я его прямо сейчас запаю. Но опять же, скорее всего, это неправильно. Может, и не буду апать. Может, стоило заинкамить бы в такой игре. Ну да, я задефаю. У меня морф там рофлит что-то. Бля, Тини сейвит моего чела. Нахуй ты сейвишь? Блять, ну прям за малым же. Ой, лучше бы он меня пробил. Давай, 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 давай. Ой, блять. Что за красавчик на растике. Идеально, просто идеально. Вот это, блядь, красиво было. Тини пытался руинить мне. Но вообще идеально вышло. Что, тогда не апаем левел. Хотел левел апнуть. В таком случае я не апаю левел. Сижу дальше на лустрике. У меня уже 30 голды. ХП, конечно, не очень много, но... Такая игра была, такое начало хуёвое. Придется камбэкать просто. Кстати, многие на инкаме. Что-то какие-то охуевшие челы. Так, этого я пробью. Тоже сомнительно, да? Он... Тут прокаста не хватит, скорее всего. Блять, или хватит. Я бы был рад проебать, но я... Я выиграю. Не, я проебу. Что происходит? Почему меня пиздят именно так? Там прям за малым. Ну, я вообще думал... Что это? К человеку зашло, это что, блядь? Нахуй я это увидел? Не ходи ко мне, братишка. Просто не ходи ко мне. Пока продам. А, кстати, дефнули я вообще волков. Я волков не дефну этим.
меня волки могут... Блин, это очень плохо, то, что мне волки зайдут на дохуя. Мне это не нравится. У меня, если честно, говно собирается полное. Это хуёво. Так, что за хуйня? Давайте без этого, без лагов. Серверов. Не хочешь ты дать волну свою? Не, у меня морф говорит, не хочу. Из-за этого ко мне зайдет хп на 10, а то и больше. На 12. А я должен был это даже задефать на самом деле. Ну или почти. Вот этих бы точно 4 юнитов не было? 5 даже юнитов. У меня морф просто с фулманой стоял АФК. Не, ну ранг все-таки маленький. Морф хуёво играет. Как бы сервер сменил, а пинг все равно хуёвый у юнитов. Чё, как я это дефать буду? Пиздец, мне вообще дефать нечего. Просто нечем дефать. Кого-то из этих троих надо продать и купить умника. Возможно, Пака. Пака это третий маг просто. Но первого бы я точно не стал ставить. Ладно, я Пака продам. Не хочу морфа продавать. Если будет два морфа вторых, они могут подцелить. Блять, давай ебашь, не того бьешь. Того. Не того, что ты бьешься, братик. Ну, блядь, что это за хуйня? Что это? Там видно вообще? Нет хп. Мом и сэфа? Не. Не, сори. Ну, это все стрик, на самом деле. Мы скоро камбэкать начнем. Я даже не буду, наверное, цемку ставить. У меня не так уж много магов. Сейчас будет седьмой. Лину бы взять на третьего мага. Под сэмкой. Плюс два хумана будет. Ну, сейчас я стал сильнее на самом деле. И этот чел меня точно не пробьет. Он меня еле-еле. Или пробьет он меня. Не, не пробьет. Ладно. Время камбэкать, значит, парня. Время камбэкать. Пришло. Хотя этот парень мне не нужен. ЛД зашел, на next ход поставлю. Это хорошо. Бля, ну я не хочу ей давать эту хуйню, ну ладно, придется. Придется дать. Я там, кстати, переехал кого-то. Кого я переехал? Обил. То парня, ебать ему зашло там, братан, ты чё? Да, братан, лакер пиздец, что аж 38% хп. А так лакерок еще тот, конечно, да. Согласен. Руид нужен. Так, как-то пусть будет. Так, нужен ли мне антимаг еще? Антимага мне просто даже ставить... Надо переставить Лину с разором, кстати.
против ассасинов. Повезло, кстати. Под белкой вызвал. Ну, под антимагом белку вызвал. Антимаг мне, короче, не нужен. Возможно, морф мне тоже не нужен. Мобы через одну. Пока ничего не делаем. Кто меня может пробить в теории? Вот этот человек меня может как-то пробить, я думаю. Если там щиты попрокают. Хотя здесь три найта. Ну там раз-то третья, просто проблема в этом. Меня, по идее, только один чел может пробить в теории. Вот этот. И у него антимаг еще стоит. И это он приходил в прошлое или нет? Нет. Этот меня не должен пробивать. Хотя у него два хумана, кстати. Главное, чтобы белка вызвалась. Морф поздно дал. Я там к челу зашел. А, я к нему пришел? Или что? Не, вы меня обманываете. Я не к нему пришел. Что, ролим, ищем что-то. Хотелось бы куда-то поставить, но куда? Не думаю то, что за место кастрюли будет лучше. За место СФ будет получше. Возможно. Пенек. Окей. Забыл про него. Итем и так себе. Ну, это хороший итем. Спору нет. Хотелось бы магических итемов побольше. Оу. Можно не играть дальше. Дальше можно не играть. Так, кому это дать? Короче, я дам ЛД. Армор хуй знает кому давать. Я бы Омнику дал, но он на скамейке, к сожалению. Сидим, чилим. Да, повезло с ЛД. Сейчас я любого снесу, я думаю. Я вон выселил одного чела. На восьмом поставлю Омника. Запаю, скорее всего, в этой игре быстрый девятый. А там дальше посмотрим, разберемся. Дальше разберемся, как говорится. И, возможно, скорее всего, у меня будет Сэмка третья в этой игре. Очень большой шанс. Когда со зрителями играть будешь? Да не буду я со зрителями играть, я буду сегодня просто в пабе играть. Лапать пину. Если я буду специально создавать со зрителями, это будет немного не то, потому что, ну, у них же ранги будет больше, это не совсем паблик получится. И можно будет считать, что я просто набузил ранги. Не то, не то немного. А парни, еще поиграем, наверное, в будущем. У меня бывает иногда, когда неохота на мейне играть. Такие случаи буду со зрителями играть. Вот.
Разора переставить лучше, потому что у него элемы. Если там есть какие-то ассасины у кого-то, они будут прыгать именно куда-то сзади. Там нет вроде ассасинов нормальных. Миличных, по крайней мере. Что это не имеет значения. Сэмку похилил, но не спасло. Ебать, он меня убьет, что ли? Так он меня пробил. Охуеть. Ладно, я пошутил. Охуеть, но он заулынил, понятно. Но если бы я сейчас потерял стрик, что-то я бы это удивился очень сильно. Надо будет Лину продавать и ставить СФ. Плюс доставать слот из Лины. Может даже сейчас стоит это сделать. Блять, там в СФ, конечно, эпик. Мне нужен будет стоун этот в котла. Котл с позиционом имба. Хотя я вовремя переставился. Под того чела. Что, замерзнет хоть кто-то? Так, как замерз. Дум получил сало. Тоже какой-то плотный с кункой второй пришел. Хватит ли мне дэмэджа на него? А, ну тут белка еще фуловая, забейте. Четыре хума, но у меня их и так четыре. Теперь пять. Шесть хуманов я не хочу делать. Я не хочу Лину просто ставить. Она очень слабая. Нужен АОЕ дэмэдж. Мобы сейчас. Поставить бы, конечно, кунку еще куда-то. Сейчас я от Тимбера избавлюсь. А, да, 3 было. Ну, сейчас 4 стало, окей. А кого я посчитал, стоп? Кого у меня нет? У меня ликана нету, я понял. В любом случае стало 4. Пять стало? Блять, не путайте меня нахуй. Сколько у меня хумана? 4 хумана у меня. Чат троллей. Все. Ну, знаешь, морфа стоит назад убрать. Стоит ли? Заряжает ли его вообще? Кстати, там люди поотлетали уже. О, сильный пришел. Ебать у него, кстати, очень сильно. Там ДК второй, СФ, Разор второй, маги там вторые. Там очень сильно. На самом деле. Он меня пробил, да? Успели? Рут. Эх, пробил меня, стрик снял. А я его пробил. И у него... А, не, стоп. Я... Это он меня пробил. Извиняюсь. Это из-за СФа все странного. Слабого. Первого левела. Умник. У меня есть много апов, но пока что слаб. Лучше было СФ переставить чуть вперед. Селедка третья пришла. Стоп один. Минус СМ. Да, ебать начали. Надо медузу вперед поставить. Если хуманы, надо прочекать. Бля, парни. Смотрите, еще минус 2 ц. Очень важно.
Медузу я не буду лапать третью пытаться. Как бы так лучше сделать? Короче, я вот так сделаю. Где SF? Нужен SF Disruptor. Слабенько у меня уже, слабенько. Из-за того, что прокастер первые, из-за этого, это проблема. Так бы сдул этому SF, например. Ну, я и так тут победил, но не хватает дэмэджа из-за первых прокастеров. Не обязательно даже SF, много юнитов есть. Нужен Котл, нужен Дизраптор, нужен какой-то Гирыч, например, Тайт можно тоже. Первый Ликан, кстати, за игру. На 40 посижу. Можно второго разора, тоже пойдет. Так пусть будет. Ёбарь пришел. Бля, хп не хватило ей. Два СФ ее убили. Пиздец, тут лоу хпшные очень. Змеи еще. Это третий, да, змеи? А вторые. Так, крипов я дефну вообще, нет? Давайте я как-то так поставлю. Чисто под крипов. Найс. СФ нашел на next волну. Ребят, перестаньте советовать в чате. Я не для этого пытаюсь чат читать. Делайте что угодно, кроме советов, пожалуйста. Бродсворд. В котле будет. Хотя это криты вроде были, но хуй на них на самом деле. Лучше, чтобы котл быстрее заряжался. Сэфомник. Бля, ну мне не совсем это надо. Мне нужен Разор или Дизраптор. Омника надо взять. Сэфа, скорее всего, скипну. Ко мне Йогарь пришел, да? С 1%. Он тогда, конечно, очень сильно камбэкнул. Я вроде сильнее сейчас. Так, и этого я тоже пробиваю. Найс. Стоит ли нажать сейчас ролл? Что, я продам просто, если я найду? Наверное, не стоит. Ничего не буду менять против него, раз уж я его так отъебал. Пусть так стоит все. Потому что я сейчас к нему зайду, и он выселится, скорее всего. Главное его выселить, а с этим мы что-то придумаем. Тут не сильно. Гирычем мне бы его. Мне котла надо второго. Сайленс нужен. Бля, сайленс не дается. Бля, из-за этого сайленса я не дефну сейчас, да? Или дефну? Не, белка не должна отпустить. Сейчас минус армор по ней будет. Там пиздец тычки, братан, рутай, пиздец. Пиздец надо. 5 тычек дал, не рутанул ни разу. Ну... Этого я выселил, как я и говорил.
Дизраптор еще один. Дизраптор не нужен. По идее, вот сейчас то же самое будет, только... А, он убрал Герича. Мне надо поставить под его кунку, получается. Бля, у меня хуёво стоит. У него итема еще хорошая. Не хватит хп. А, у меня хуёво стоят юниты. Хотя я его сдул в итоге. А там он задефал, да? Надо немного переставить. Там, походу, дизраптор не дал, скорее всего. Так лучше будет. Дайте мне котла. Тоже подойдет не Котл, конечно, Котл бы сильно помог на самом деле, даже больше, чем Омник третий. Даже больше помог бы. Смотрим, что тут у нас. Засайленсил, а я засайленсил его? Я его не засайленсил почему-то. Мои хуманы не хотят сайленсить 4 штуки. Ну и ладно. Мне очень-то и хотелось. Все, мобы. Растика нет. Опа. Морфа я, скорее всего, продам. Да. 9 из 10. Блин, а что я сделал? Так, секундочку. Я не понял. Я задефаю, кстати, все равно. Нет, в скобочках. А как так вышло? Я не понял. Что за дела? Блять. Так, мне надо расставиться нормально теперь. Он сам пододвинул так, как мне надо, ебать, гений. Почему вот дался сайленс, найс. Просто у него меньше хуманов. А у него дается, у меня нет. Рафлан. Рафлан ебало. 3 хп у него осталось. К сожалению, уже... О, он левел апает, кстати. Только ему поставить особо нечего. Котла я найду, нет? В этой игре. Все, теперь сильно у меня стало. Гораздо. У него тайт стоит и кунка под мои сайленсы. Чели гений. Ну ладно, он конь 9 на самом деле. Для коня 9 он неплох. Но юнитов хуёво расставил. Прям так, как мне надо. Мне даже менять не приходится. Чё, он выжат еще? Серьезно? У меня, видимо, спылы там челы не нажали. Там, наверное, тайт дал ревейдж. Увеличь шансы. Блять, он перестал.
Но я подтайда поставил. Блин, я одного подтайда поставил. Главное, чтобы тайт не дал. Вот, блядь, что за хуйня? Два хумана. А, нет, один хуман сейчас был. Просто я проебать могу, если у меня челы не нажмут. Но у меня нажали на базе, а у него? У него тоже, кажется, нажали.